Турецкий военный самолет тем временем в очередной раз нарушил воздушное пространство Греции, пробыв в нем почти 4 минуты. И подобных инцидентов с начала года в Афинах зафиксировали более 1200. Агрессивно Анкара продолжает вести себя и по отношению к восточному соседу. Президент Турции Эрдоган заявил, что не собирается выводить из Ирака пехотный батальон, который пересек границу двух стран на прошлой неделе. Оправдывает турецкий лидер это всем тем, что Багдад еще 13 лет назад сам просил ввести ограниченный контингент для обучения местных сил самообороны.